Добрый вечер, добрый вечер. Я очень благодарна Леночке за то, что она пригласила меня на этот вечер. И мало того, что она пригласила, она доверила мне прочитать стихотворение, которое Николай Николаевич посвятил ей, своей жене. Написано оно было в 1997 году и называется «Актриса». Ты хороша во всех нарядах, ты хороша при всех системах. Фантасмагория помады, желание тайного гарема. Глаза две серых Атлантиды живут, страдают и грешат. Ты хороша в слезах обиды, а в счастье трижды хороша. Ты перед казнью каторжанка, то ты княжна из Петербурга, ты хороша в тугой кожанке, в купальнике и в чернобурке. Сними все маски, миссис Драма, и окунись в мои цветы. Нет, ты не из ребра Адама, а из луча от рампы ты. Но, может, все это приснилось, и я свидетель поневоле. Машина времени разбилась, и мы одни идем по полю. Нет, ты не изменилась, устала лишь от новой роли. Спасибо. Наталья Гвоздикова.